Сегодня буду делать домашнюю колбасу. Вот мяско взял, свининку, такие кусочки. Жира мало, то поэтому буду добавлять грудинку. Режу вот на такие. Потом покажу, что по специям буду добавлять. И вот такой еще кусочек грудинки добавлю в колбасу. А то мясо такое, оно мало жира в нем. И обязательно добавляем ром. Одной рюмки, я думаю, должно хватить. В колбаске это будет очень даже хорошо. Вот так вот. Соль, перец, чуть-чуть красного перца и чеснок. Это основные ингредиенты. Чеснок добавил, теперь соль и специи. Давай, перец. О, сейчас все надо хорошо замешать и оставить на пару часиков замариноваться. Пахнет очень изумительно. Такой колбасы в Америке не достать. А я не продам. Процесс идет, колбаска набивается. Вот, благодаря вот такому вот девайсу набиваем колбаску. Тут вот шкурочку одели. Заказал на Амазоне кишку. Все. Включил. И потихонечку идет. И теперь вакуумируем колбасу.